Сегодня мы продолжаем тему, как избежать ошибок при построении кухонного гарнитура. На технике нельзя экономить ни в коем случае, потому что кухня – это фундаментальное вложение в квартире или в вашем доме. Кухня не обновляется часто, поэтому технику нужно подбирать современную и актуальную. При выборе техники можно сэкономить бюджет и пространство. Например, если у вашего духового шкафа есть функция СВЧ. Расположение техники также играет немаловажную роль. Духовой шкаф лучше размещать на уровне груди. Это безопасно, когда вы вынимаете из него горячее блюдо, а также обеспечен удобный доступ. Процесс готовки у вас на глазах. Также важно учесть выкатные системы для хранения утвари под варочной поверхностью. Размер таких модулей может быть 800-900 мм. Это удобно. Обратите внимание на расположение варочной поверхности. Она должна быть достаточно удалена от боковых стенок фасадов, чтобы не пачкать его жиром от жарки овощей или мяса. Еще один важный вопрос. Можно ли размещать рядом холодильник и духовой шкаф? Возможно, если для этого используется термопланка. Вытяжку нужно располагать минимум на высоте 570 мм от столешницы, если у вас электрическая или индукционная плита. Если варочная поверхность газовая, тогда вытяжку нужно расположить на высоте 750 мм минимум. Подсветка – это не только эстетическая сторона кухни, но и удобство готовки и ваша безопасность. Подсветку лучше не располагать вплотную к стене, лучше чуть ближе к середине, для того, чтобы луч света освещал равномерно рабочую поверхность. При разработке проекта кухонного гарнитура и разработке плана розеток необходимо учесть количество и расположение бытовой техники. Следите, чтобы розетки не попадали в зону активной готовки или мойки. Это небезопасно. Над варочной поверхностью будет концентрация жира, а в зоне мойки – влаги. Количество розеток – вопрос индивидуальный, но есть несколько рекомендаций. Первая рекомендация – каждый прибор бытовой техники в свою розетку. Вторая рекомендация – каждый прибор крупной бытовой техники нужно вывести в свою линию автомата. Таким образом, при скачке напряжения техника не выйдет из строя. Минимум на кухне должно быть 6 выводов электрики. 3-4 розетки на рабочей поверхности. Все индивидуально. Розетки для вытяжки и подсветки нужно размещать на высоте 210 см от уровня чистового пола. А розетки над рабочей поверхностью примерно на 10-15 см от рабочей поверхности. При заказе кухни нашей компании конструктор разрабатывает план электрики специально для вашего проекта. Теперь вы знаете основные аспекты заказа кухонного гарнитура. Конечно, каждая кухня индивидуальна, так же, как и ее заказчик. Учесть все моменты, которые важны именно для вас, поможет дизайнер фабрики мебели Гастон. Чтобы не ломать голову и не переживать за грамотную разработку дизайн-проекта кухонного гарнитура, обращайтесь в наш салон.